Московский метрополитен, станция метро Южная. Ну, даже из названия видно, что это юг Москвы. Хотя еще южнее, еще 4 станции метро. Вот она вот такая. Находится на 9-й линии Московского метрополитена, который носит название Серпуховско-Тимирязевская. В народе называется серой веткой и серой линией по цвету, которым изображается на карте схеме Московского метрополитена. И идет эта линия строго с севера на юг и в обратную сторону с юга на север. Ну вот, отсюда, с этой стороны, идет с юга на север. А этот поезд пришел с севера на юг. С небольшим отклонением в центре Москвы, а так идет так строго. С юга на север и с севера на юг обратно. Поезда ходят очень часто. Разрыв между ними небольшой. Небольшой между